Законы Рита. Вопрос от Виеры. Подскажите, пожалуйста, в какое время суток благоприятно зачатие? Отец Александр говорил, что это нужно делать днем, а другие ведические источники говорят, что только после захода солнца. Что зачатые днем будут слабые и болезненные, а вечером до захода солнца ребенок родится дегенерат, а если утром очень чувствительно. Действительно ли время суток в момент зачатия влияет на здоровье ребенка, если здоровье родителей благоприятное? Тут нужно выбирать время индивидуально. Некоторые моменты для рождения определенной души, там, может быть, там, десяток лет ждать нужно. Если он выпадает днем, значит днем. Если ночью, значит ночью. Что ж еще несколько лет ждать, что ли? Благоприятный момент нужно рассчитать. Он может оказаться и на дневное время суток, может быть, и на ночное. Главное, чтобы благоприятный момент был.